Сотрудники уголовного розыска МВД России по городскому округу Химки задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он подозревается в краже денег. В Химках мужчина снял денежные средства с карты в банкомате, положил их вместе с заграничным паспортом на верхнюю крышку устройства, отвлекся на телефон и ушел. Оставленные вещи заметил рядом стоявший гражданин, который незаметно взял и положил их в карман. Ущерб составил 36 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали в Москве подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска у правонарушителя изъята ранее похищенная сумма, однако паспорт он выбросил на одной из улиц столицы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.